Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики моего канала в YouTube. Сегодня мы поиграем в ТВВ, как называется, The Deathlinger V009D. Я в нее уже немного поиграл, и мое мнение о ней, ну, достаточно такая нормальная игра. Ну вот, начинаем играть. Находим. Соло мод. Идем. Ждем потихонечку, да. Это, конечно, альфа-версия у нас. Я не покупаю в Steam. Не стреляю. Ссылка на эту игру будет в описании. Я вам скину. Так, вопрос. Почему же я... Как же меня бесит зомбаки. Это большая беда. Так, я так понял, с патронов нет, ничего у нас нет. А тут около нас зомбак уже. Смотрите, вот... Смотрите, как вообще... Ну, зомби на одно лицо. Вот, я умер. Зомби, в принципе, тут на одно лицо. Что очень сильно бесит. Бывает, что зомбаки очень сильно глючат. Но я понимаю, это альфа-версия. Но все равно. Хотя бы исправили этот баг. Какие-то они все, не знаю. Противные какие-то. Так, ладно. Бежим. Так... Нам их, наверное, надо бежать. Тут очень плохо кончится. На первый вид она такая прикольная. Нравится вообще. Лаги это из-за того, что прогружаются текстуры. Ладно, давайте выкупим. Скоро уже ночь. Ощущается игра от создателей Варс. Да. Сначала не поверил, но это правда. По ней видно. Так. А еще меня что бесит, то что тут во всех домах они, ну, похожи, вот двухэтажные дома, все похожи на друг друга. Вот, их внутренняя часть, то есть строение дома похоже. Ну, на все, ну, предыдущие дома, ну, рядом стоящие. Ну, короче, лицом к лицу стоящие, они, ну, лицом к лицу стоящие дома, они все на себя похожи. Ну, вот, разместимостью, мебелью, как все расставлено. Ну, мебели не... Что-то я немного тупанул. Это мой первый, ну, видеоблог такой. Так что не осуждайте очень сильно. Так, что у нас есть? Да, у нас такие есть, мы будем брать. Так, у меня есть герой, хочет? Да, у меня очень сильно хочет есть. Так, это мой сын, даже такой пусть. Просто голодный. Опа! Вот и наша первая ночь. Очень опасная, причем. Опаньки. Сразу говорю, что тут фонарь надо ждать, когда он прогрузится. Так, что за фигня? Глюк, что ли? Походу, дело глюк, ребята. Да, по-моему, дело глюк, ладно. А, нет, ладно. Так, опасно вообще заходить. Берем. Установим. Ладно, давайте поменяем. Обязательно ищите что-нибудь под диванами. Там может что-нибудь храниться.
Так, что у нас тут? Так, военные ботинки, да? Да, нет, ну фиг, не нужны. Находим в туалет. Так, особенно ничего нет. Спускаемся, но надо найти еду. Думаю, как бы уже. Все, бежим, следующий дом. Опа, 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 на. А, вот еще один жесткий баг, потому что они через дверь могут тебя бить. Тут уже опасненько. Что-то я чувствую, тут что-то будет, я чувствую. Так, у нас что-то лаганула игра. Ну, берем. Значит, такое. Ладно, ищем. Покушать. Так, что тут кто-то есть? Тут кто-то есть. Что? Каска? Да, это у нас каска, поэтому она мне нужна. По-любому тут кто-то есть. Хотя если бы был... Ух, ё! Странно. Они обычно могут через стенку долбануть. Что тут вообще? О! Мы нашли патрон. О! Да ладно. Да ладно! Хм. Ну-ка. А, тут и двери могут что-то. Хм. А, лучше ее открыть. Бита есть вроде у нас. Нужна. Так, тут у нас... Ну-ка, стойте. Land have. Так. Тут что у нас? Да, понятно, она. Отряжаться эта ночь. Я, в принципе, долго не буду снимать. Потому что мне, ребята, уходить надо. Так, чё? Побежали. Так, побежали в одноэтажный домик. Ох, ё. Ух, ё. Бежим. Откроем дверку. И резко закрываем. Так. Понятно. Чё тут будет, я чувствую. В любом на улице. Нет. Ничего нет. Что-то как-то стрёмно же. Так. О, ё. Да не. Ждем. А, думаю, нам этот бронежилет уже не нужен. Поедем. Так.